Добрый день. Здравствуйте, дорогие грибники. Вот продолжаем знакомство с грибами наших лесов. И сейчас дошла очередь такого весеннего грибочка, как... Саркосцифа киноварно-красная. Саркосцифа киноварно-красная. Ее еще называют саркосцифой алой. Так. По-латински саркосцифа коккинея. Коккинея. Ну-ка посмотрим. Да-да-да. Вот что наконец-то она... нашли, где тут... Как-то они кучкой растут. Что они за коккинея такая? Ну, они красивые очень, конечно, потому что ярко-красные, ярко-красные. Действительно. Да. Вот. Растут на валежнике, на старом. Да, там внутри, либо около веточки, либо на самой веточке, либо там внутри есть какие-то ветки. Они растут обычно около каких-нибудь ручьев, канав. Да. Любят... Не просто сырой лес, а вот именно канавку. Так, хорошо. Берег. Ну да, все, давай посмотрим, так, как давай она посмотрим, выглядит. Посмотрим, как она выглядит. Ну, сверху это такие чашечки, очень симпатичные, так, кстати. Так. Да? Они вот такие красненькие, ярконькие. Угу. Вот, сейчас сорву одну. Ну, давай. Угу. Вот, о. Ну-ка вот так вот. Ага. Ну, она... Более невзрачная, конечно. Ну, в виде, с другой стороны. Да, в виде вот такой вот вороночки. Бледноватая. Обычно всегда там очень много земли на обратной стороне. Вот. И такая шершавая. Если она снаружи гладкая, эта чашка, вот она, гладенькая. Как-то ты руками водишь, я не успеваю. Так, еще раз покажи. Гладенькая. Да, гладенькая вот внутри чашки, а снаружи как вороночка и белесая такая. Так, хорошо. Еще вот да, еще рассказывают, что она вот растет, уже начинает расти под снегом по ранней весной. И когда снег сходит, то уже плодовое тело более-менее сформированное. Ну вот, сверху она такая гладкая, красивая. Так. Но если ее сорвешь... то, в общем-то, так, хорошо. Грязненькая и невзрачная. О, ну-ка так на ладошки положи. Вот она. И размер ее небольшой. Так. А ко мне поверни вот. Господи. Такая воронка. Да, вот как вороночка. Как воронка. Держи, 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 держи. Вот. Такая штука. Хорошо. И чего с ней делать? И вот как бы народохозяйственное большая, значение. Вот такая ну-ка, бывает саркосцифа. Ну-ка, подержи ее в руке. Ага, о. Это самая большая. Да. Хорошо, что с ней делают? Что с ней делают? Да. Это вообще-то съедобный гриб. О, как. Собирают и жарят. Я пробовала отмыть их. Это, конечно, довольно сложное занятие. Вот представьте, это вот все, вот это надо как отмыть, прежде чем ее готовить. Так. Ну, а и когда ее сваришь и жаришь, то, в общем-то, ничего особенного себя не представляет. Ну, похоже так на какие-то свиные хрящи или что-то такое. Да, хрящики. Да? И потом, ну, вкуса, это чисто как нет. бы весеннее такое экзотика, что после долгой зимы вот что-нибудь такого, грибочков каких-то, вот. Да, не сказать, что какой-то супер вкус. А мякоть? Мякоть. О, вот сейчас разрезала, да, на это? Вот, вот это разрез. Угу. Такая-то. Вот она такая в разрезе. Угу. И, как видите, в разрезе мякоть ее белая. Но сама саркосцифа очень тоненькая, хрупкая. Угу. Когда она становится старше, становится более упругой. Ну, когда ее варишь, мягкой она не будет. Она все время будет такой жестковатой и хрустящей. Ее используют чисто декоративно, потому что когда ее сваришь, вот этот красный цвет, он все равно остается. То есть можно украшать некие так, блюда сверху. Салаты так, можно да. украшать, ну, вот. Перевернуть. То есть сварить и потом вот украсить этими грибочками так. Ну, экзотично, да. Ну, только ради экзотики. Конечно, чтобы их много насобирать, надо довольно долго искать. Да, это будет. Пробовали ради интереса,
сплошные циркоцифы. Да, ну ничего. Это подвиг. Подвиг да, на не приобрели, если вы их не будете собирать, и ничего не потеряете. Да, но тем не менее, вот. Но красиво. Да, грибочек такой вот, его, значит, надо отварить, воду слить, а потом можно обжаривать. Хорошо. Сегодня у нас 12 мая 2017 года. Так. Сегодня шел снег. О, сегодня вообще сегодня день. Привалил. И вот он сейчас уже растаял. Ну, немножко сыро. Вот, ну где растет еще, не показали. Да-да-да. Буквально вот в двух. Ну, вот смотрите, каналы вот, должны быть именно. Вот ветки вот гнилые уже. И вот на них. Обычно в лиственном лесу. Да. Саркоцифы в лиственном лесу. Да, вот тут. Или в смешанном. Ну, берега, канав, всяких ям. Угу. Вот такой весенний грибочек. Ну вот я еще раз повторюсь, что говорят, что вот он уже начинает расти уже под снегом. И когда снег стаивает, они уже готовенькие, вот показываются на белый свет. А так, конечно, так красивый. Смотрится красиво. Все, спасибо.